Всем здравствуйте! Меня слышно, видно хорошо, плюсуйтесь, пожалуйста. И вам здравствуйте! Мы проводим прямой эфир и мы проводим вебинар. И тема наша – поздравления. Поздравлять мы будем всех, кто в нашей большой, огромной структуре Владимира и Елены Коваленко. Мы хотим… Добрый вечер всем, добрый вечер. Очень приятно, что вы присоединились к нам, нашли время. Для чего мы хотим провести этот вебинар? Ну, во-первых, чтобы поблагодарить всех наших партнеров. Партнеры у нас самые-самые крутые, мы вас всех очень любим. Благодарим за то, что вы выбрали нашу огромную команду, что вы приходите именно к нам. И за ваше трудолюбие, за вашу веру в этот бизнес, за вашу веру в себя в первую очередь. Добрый всем вечер. И за то, что вы, несмотря на многие моменты, такие как предрассудки, что сетевой бизнес – это разводняк и так далее и тому подобное, что вы пришли сюда, строите вместе с нами этот бизнес, добиваетесь классных, крутейших результатов. И это действительно так. Сейчас мы это докажем вам. Этот вебинар благодарности, этот вебинар проводится для того, чтобы мотивировать абсолютно всех, чтобы показать тем людям, кто еще не в бизнесе, что здесь действительно есть карьерный рост, что здесь действительно есть крутые достижения. И начнем мы с чего? Начну я с того, что презентую вам, какое огромное количество новых достижений произошло в ноябре. Вот количество людей, которые вышли на уже достаточно такую хорошую первую ступеньку. Ну, на мое мнение, это все-таки уже ступенька, которая заслуживает такой достаточно хорошей похвалы, 9%, потому что не все люди, к сожалению, выходят на эту ступеньку. И у нас в ноябре 135 партнеров впервые вышли на 9%. Если кто-то как раз-таки вышел впервые на 9%, можете поставить плюсики. Всем присоединившимся привет. Так вот, 9% у нас новых, я не говорю про тех, которые уже были, 135 человек. Браво! 12% – это менеджеры в компании BOC, 118 человек. Представляете, за месяц ноябрь 118 человек. Если у кого-то что-то со связью, то, может быть, перезагрузитесь. Или посмотрите, как у вас с интернетом, потому что вроде у всех все в порядке. Всем добрый вечер, кто присоединяется. И я продолжаю рассказывать дальше. 15% – это уже ведущий менеджер. 24 партнера у нас в ноябре месяце. Привет из Казахстана. Кстати, Казахстану отдельный респект, потому что Казахстан у нас сейчас развивается очень мощными, огромными темпами. И очень много людей из списков, вы видите, будет именно из Казахстана. Браво! 18% – это тоже ведущий менеджер. Эти люди уже практически вице-директора, потому что у них уже очень хороший товарооборот. 18 человек. Круто, правда ведь? Привет всем, девчонки, мальчишки, всем привет. Огонь, да, огненные у нас результаты за ноябрь месяц, согласна. И 23 партнера у нас открыли уровень. Внимание, вице-директора – это первое лидерское звание. Браво! 23 человека за один месяц вышли. Это кроме всех остальных, кто уже на этом статусе. Да? То есть я рассказываю о том, какое количество человек вышло на новый уровень за ноябрь месяц. И посмотрите, у нас магические цифры какие появились. 18% – 18, а 23% – 23. И я уверена, что
все цифры у нас будут с вами магическими, потому что мы самая лучшая энергетически позитивом заряженная команда в мире, поверьте мне. Закрыли уже свое звание директор, 3 партнера за ноябрь месяц. Открыло звание золотые директора. Внимание, 8 партнеров. Как вам такой крутяк? Супер, правда? И пусть кто-то говорит, что очень сложно вырасти в сетевом бизнесе, но растут же люди, такие же люди, как и вы все, мамочки в декрете, люди, которые еще работают на основной какой-то работе, да, ну, конечно же, они оттуда скоро уйдут и придут к нам. И еще, внимание, одно звание открыто, ведущий бриллиантовый директор, и одно звание премиум бриллиантовый директор. Тут еще не все дописано. У нас новый автомобиль, то есть один человек у нас получает опять новый автомобиль каждый месяц. В прошлом месяце, в октябре, тоже Рима Шевченко получила автомобиль от компании. И товарооборот структуры за ноябрь месяц вырос у нас на 2 миллиона 950 тысяч рублей. Представляете, это как вообще такое мыслимо? То есть это прирост 2950 рублей, это не весь товарооборот, это только прирост. Вот так вот. Я вижу ваши восторги, возгласы, сердечки, я понимаю, что вы радуетесь тоже, вы горды за тех людей, за себя, вот кто достиг, кто здесь есть в этих списках, вы горды за себя. Вы радуетесь за других людей, ни в коем случае, я вас прошу, не завидуйте никогда, у каждого свой путь, и каждый может выйти на определенный уровень, если очень захотеть, просто у каждого свои сроки, вы не можете повторить путь другого человека, потому что вы не этот человек, вы не живете его жизнью, вы не испытывали тех трудностей, которые он испытывал, у каждого свой путь. Поэтому идите своим путем, ставьте свои цели и достигайте свои мечты. Воплощайте их в реальность. Давайте теперь подробнее. Мне очень хочется, чтобы каждый человек обязательно увидел свою фамилию, имя в списках и обрадовался тому, что вот он такой молодец. Посмотрите, кто видит себя, пожалуйста, отметьтесь. Кто чувствуете, да, что вы первый раз вышли на такой хороший уровень. Всем привет, еще раз кто присоединился. Я повторюсь, на какую тему наш вебинар, на какую тему наш прямой эфир. Прямой эфир и вебинар на тему поздравлений. Мы поздравляем тех людей, которые в ноябре месяце сделали очень крутые результаты. Показываем, какое огромное количество человек нашей огромной-огромной команде добивается действительно реально хороших и крутых результатов. Вот столько у нас 9%, представляете? Ну не сложно же выйти на такой уровень. Вот эти все люди вышли и сделали это в ноябре месяце. И это еще не все, посмотрите. То есть очень-очень много людей, которые не умещаются даже на один слайд. Вот я смотрю, эти люди, которые есть в этих списках, они машут ручками, они реальные. Это не просто я придумала сегодня утром. И еще один список. У меня просто муж делал слайды. И поэтому я не ожидала, что списки такие огромные. Я очень радуюсь искренне вместе с вами. Я радуюсь за каждого из вас. Я бы хотела перечитать каждого, но мы тогда будем до утра здесь сидеть. И я думаю, что вам приятно, что вы есть в этих списках. Следующий менеджер 12%. Я смотрю, тоже немало людей. Да? Вот такие огромные списки, кто себя видит, поставьте плюсики. Я смотрю больше плюсиков в прямом эфире, многим людям комфортнее, наверное, но вы не видите слайдов. Да? Я забыла, что вы их не видите, поэтому я прошу поставить плюсики, а показать вам
Как же вам показать-то? Все отсвечивает. В общем, вот так это получается, да? Вот, много людей, которые пришли на прямой эфир, а на вебинар не пришли, смотрю. Ни одного 9%-ника, ни одного 12%-ника. Все здесь. Так, давайте далее. Вот наши умнички. Так. Еще одна страничка. Посмотрите, сколько народу. У нас менеджеров. Огромный состав. Причем прошу заметить, что люди эти все с разных стран. Минимум с 5 стран мира. Это же очень-очень круто. С разных регионов и России, и с разных регионов других стран. Это так классно, когда все люди дружат. Ну что, третья страничка? И третья страничка. Обалдеть. Очень много людей. Вы огромные молодцы. Большущий респект вам. Давайте пойдем дальше. И поздравляем всех. Все себя увидели. Отплюсовались. Ребят, следующий момент. Это 15%-ники. Это у нас уже ведущие менеджеры. Это люди, которые уже на полпути. К чему? Кто напишет, к какому статусу они на полпути? Половину товарооборота, к какому статусу они выполнили? И плюсуйтесь все, кто видит себя здесь. Конечно же, обязательно. Обязательно. Нам хочется знать, что вы здесь, что вы смотрите, что вы радуетесь и за себя, и за других людей. Да, всех-всех поздравляем. К какому уровню? Половина. 15%. Вот, правильно. Гульзира написала к вице-директору. Умничка. Значит, Гульзира у нас скоро будет бриллиантовым директором. Все, кто быстро реагирует и понимает, значит, да, молодцы, девочки, многие написали. Значит, они очень хорошо знают маркетинг-план. А это основной путь к лидерству. 18%-ники. Это уже почти буквально вице-директора. И, кстати, вы знаете, что все, кто у нас выходит на 18%, у нас есть крутейшая акция. Эти люди через 3 месяца получают кучу денег. Кто напишет, сколько денег получит ведущий менеджер через 3 месяца? Ну-ка, расскажите. Это кроме зарплаты, кроме всех других преимуществ, подарков от компании. Сколько же получит человек? И кто напишет, сколько? 18 тысяч рублей. Правильно. Какой товарооборот в рублях? У 18%-ников. Кто знает? Танечка, Солтан пишет, плюс 1500. Правильно. Потому что автоматически они будут участвовать в еще одной акции. Итого 19 500 рублей получат эти люди. Так, 106 200 рублей, да? А, по-моему, 104 тысячи. Ну-ка, надо посчитать. 3600 баллов. У нас уровень 18%, да? Нам надо умножить на сколько? 29,5. Это у нас балл. 1 балл стоит 29,5 рублей. Вот и получим товарооборот 18%-ника. Итак, пойдемте дальше, наши вице-директора. Это люди, которые сделали товарооборот 5000 баллов или 147 500 рублей. Огромный им респект. Первый месяц они закрыли, и через 5 месяцев они получат, кроме своих зарплат, что они еще получат? Премию, у меня там на фоне заднем бутылочки детские. Какую премию, кто знает, получит вице-директор, когда
Через 5 месяцев еще он подтвердит звание директора. 1000 евро. 1000 евро, какой у нас сейчас курс? Это около 80 тысяч рублей, да, ребятки? Кто у нас тут есть из этого списка вице-директоров? Ну-ка, расскажите нам, кто уже чувствует это 1000 евро? Кто? Давайте тут еще. Нет. Ну ладно, остановимся уже. На тех людях, которые закрыли звание директор, и их я перечислю с огромной благодарностью за их труд. Вот девочки, которые вышли на уровень вице-директоров, они пишут «я». И скоро они почувствуют эти 1000 евро. Да, и вот наши три девочки, которые уже закрыли в ноябре месяце статус директор. Это Маликова Шалпан, Султан Татьяна и Устарханова Марья. Поздравляем девчонок, умнички огромные. Эти девочки все трое совершенно из разных стран. Шалпан из Казахстана, Танечка из Беларуси, Марьям из России, Республика Чеченская. И вот три девчоночки, они сделали такой результат. И уже у них на бонусном счету есть 1000 евро, которые они в этом месяце снимут. И на что вы, девочки, потратите? Уже решили? Кто уже? Вот я смотрю, тут есть девчоночки, которые в этом списке. Пишите, на что потратите. Делитесь с нами, чтобы другим захотелось. Но это еще не все. Смотрите, что у нас произошло. Несколько человек открыло... Так, Марьям кухонную мебель, помню, она мне говорила. Так, кого-то, если мы забыли, я прошу прощения. Кто-то в ноябре открылся, и мы не внесли в списки. Да? Произошло такое? Девочки. Если да, то напишите срочно, кто, и я поздравлю. Все успеваем. Фамилию, имя я поздравлю обязательно. И статус. Жупара закрыла директора в этом месяце, да? Галямова Жупар. Галямова Жупар, поздравляем. Прошу прощения, просто очень огромное количество людей, и все это делалось быстро. Жупар, то есть 4 человека, тоже из Республики Казахстан, закрыла директора. Девочки, не обижайтесь, но реально вы видели, как мы это все делали с двумя детьми на руках. Мы все умнички. Если вдруг кого-то мы забываем, не обижайтесь, просто быстренько говорите, и мы обязательно о вас скажем, девчоночки. Жупар, прости, пожалуйста. Итак, золотой директор, кто же у нас открыл золотых директоров? Степанова Марина и Роман. Видите, семейная пара, мужчины у нас тоже работают, хотя у многих мужчин есть такие предрассудки, что если товар косметика, то это женский бизнес. Это полный бред. Конечно, женщин здесь больше, потому что работает очень много женщин, которые не могут выходить из дома, потому что у них маленькие детки на руках, да? Но и мужчины здесь могут показывать огромные результаты. Мы сами в партнерстве с мужем и работаем вместе. Это очень круто. Поэтому кто может, подключайте мужей, и бизнес пойдет еще быстрее. Вот как у Марины и Романа. Кстати, у Марины и Романа уже есть автомобиль от компании. И я думаю, им уже пора думать о квартире. Ну, Мариночка, ты знаешь, это твой спонсор захотел, чтобы мы тебя поздравили сейчас. Поэтому поздравляем.
Амирбаева Асем, Сергабаева Макпал, Жайлаева Макпал, Амирбаева Асем, Жайлаева Макпал, Марина Буйвал, Хадибоева Азиза. Это все люди, опять же, из других стран. Молодцы. И через 5 месяцев сколько вы, ребятки, девчатки, получите денег, премии? Ну, как кто мне скажет? Сколько премий у нас получает золотой директор? 1000 он уже получил евро за директора и 2000 евро. Написала Марина Буйло. Мариночка, потому что уже что-то хочет себе купить. Марина, что ты хочешь себе купить на 2000 евро? Ну-ка, рассказывай. Танечка Султан тоже. Скоро, верю, откроет золотого директора. Так, Асем и Макпал, это Казахстан. Да, у нас тут из Казахстана очень много, девчоночки. Вы молодцы, вообще там огня даете, продолжайте в том же темпе. Кто что купит? Да, это структура Сандугаш нашей, умнички, еще будем о ней, конечно же, говорить. Потому что о таких людях надо говорить. И они всегда, всегда пример для других. Ну, кстати, еще Таджикистан, Хадибоева Азиза, она в Таджикистане. Марина Буйвол, это Беларусь у нас. Несколько девчоночек у нас из Казахстана. Марина и Роман, это Россия. Опять же, международная, крупнейшая такая у нас компания. Браво, молодчинки все. И едем дальше. Ну и, конечно, наши звезды, это наши действительно звезды. Ниязбаева Кенжикей из Казахстана открыла звание ведущий бриллиантовый директор. Она перескочила через несколько званий, да? Кенже, ты здесь, кстати? Интересно, здесь она или нет. И что ее нету, да? И она тоже получит несколько премий буквально через 5 месяцев. У нее уже будет очень-очень много денег. То есть столько денег, что можно купить автомобиль. Хотя человек пришел только в мае в компанию и сделал уже вот такой результат. Каждый из вас сможет сделать этот результат тоже. Просто всему свое время. Поздравляем Ниязбаеву Кенжикей и желаем ей и ее команде еще более быстрого, еще более успешного роста. А всем-всем ребятам желаю, чтобы они смотрели на рост таких девчонок, как Кенже, и мотивировались, зажигались. Да, вот Елена Смирнова пишет, это спонсор нашей Кенже. Ты моя гордость. Конечно, такими людьми нужно всегда гордиться, брать с них пример и мотивироваться. Самое главное, что такие люди должны быть мотиваторами. Никогда не завидуйте, никогда. А мотивируйтесь такими людьми, потому что каждый из вас достоин такого. И следующая наша звезда-красавица. Премиум-бриллиантовый директор Сандугаш Садыкова. Она еще года не прошло, как она в компании. И у нее последние полгода произошел такой стремительный рост, что все просто в шоке. Кроме того, что красавица, мамочка, у Сандугаш еще есть основная работа. Она диктор на радио, у нее очень красивая речь. И этот человек успевает все. Да? Ну, как она поделилась со мной секретом, она спит по 4 часа. Но, однако, посмотрите, как человек прекрасно выглядит. Почему? Потому что, когда ты занимаешься любимым делом, ты можешь не спать по 8 часов. Ты будешь заряжаться от своих людей, от того, сколько ты всего можешь достигнуть, сколько пользы ты можешь дать другим людям. И это такое огромное счастье, что и сон уже, наверное, не идет. Я заметила, что лидеры, они мало спят, но не потому, что они пашут и вот так надо, а потому, что они получают кайф от жизни.
когда ты спишь, жизнь как-то мимо проходит, правильно? И команда очень любит своих лидеров. Посмотрите, что творится в чате. Самое главное, заряжайтесь от этого человека. Спонсоры Марина и Роман Степановы, и также Леночка Смирнова, это спонсоры этой замечательной девушки. Я представляю, как вы гордитесь, что у вас в команде, именно у вас, а не у каких-то других лидеров, есть Сандугаш. Поздравляем еще раз. Кстати, Сандугаш в прошлом месяце получила... Что получила? Автомобиль от компании. Это первый автомобиль в Казахстане. У Кенже будет второй. Круто? Супер. Посмотрите, как чествуют тебя, как чествует тебя твоя команда. И также я хочу отметить, что у нас есть люди, которые молодцы и делают 300 баллов и более. Вот тут Залина спрашивает, Марьямку поздравила? Да, Марьям нашу мы поздравили, я о ней говорила. Она умничка наша, обязательно, обязательно, а как же? Такого человечка и не поздравит. Кстати, я хотела сказать отдельно, знаю очень хорошо Марьям. Девочке 24 года, у нее уже трое деток, один болеет сильно, да, то есть она все это успевает и очень сильно заряжает свою команду, очень сильно. И прям вот есть такие лидеры, есть такие люди, и вот они у нас все в команде. Они просто огонь, и люди их дублицируют, идут за ними. Зажигайтесь огнем, делайте этот бизнес. Итак, 300 баллов и более. Вы знаете, 300 баллов нужно стараться сделать. Почему? Потому что вы тогда участвуете в огромнейшем количестве акций, это раз. А два, у вас в три раза быстрее будет строиться команда, если вы будете делать сами 300 баллов и обучать других людей. Поверьте. Поэтому учитесь, не так сложно это сделать. У нас один календарный месяц, нам не надо за 2-3 недели галопом по Европам стараться сделать, да, свое ТО. То есть за месяц вполне можно сделать 300 баллов, поучаствовать в куче акций, получить кучу подарков. Ой, Зеленочка, спасибо и тебе за то, что ты есть у меня в команде. Поэтому делайте, пожалуйста, эти 300 баллов, научитесь. У нас в школе и вообще у всех, во всех наших школах, да, у наших партнеров есть уроки, как это делать. Я рекомендую это делать, а вы уже слушаете меня или не слушаете. Вот столько людей у нас это умеет делать, и учитесь у них. Кто себя здесь видит, тоже можете отплюсоваться. И вот я хочу поздравить отдельно нашу Кенже, которая выиграла. Что такое говорю? Почему выиграла? Это же не поле чудес. Которая своим трудом и своей верой в нас, в компанию, в бизнес. Ну что, получила все-таки через полгода работы? Автомобиль. Я, правда, не знаю, какой марки автомобиля она выберет, потому что именно в нашей компании можно... Что можно? Какой автомобиль взять? Любой иномарки. Пожалуйста, выбирайте хоть Peugeot, хоть Mercedes, хоть... что там еще? Да, но мы выбрали Kia Sportage. Ну, вот нам очень нравится. Так, Лена Смирнова пишет, что знает. Лена, все, рассказывай, какой автомобиль будет у нашей Кенже. Все, ничего не знаю. Молодец, поздравляем. Итак, все вы, каждый из вас может, так же, как и Кенже, и Сандугаш, и многие другие девочки у нас, которые уже с автомобилями, и парни, да, можете получить свою долгожданную машинку. Так, ну и еще хочу отметить, есть такая у нас классная акция. Есть люди, Лена пишет, не скажет. Спасибо, Леночка, большое, конечно, все заинтриговала, но
я буду выпытывать сегодня все-таки. Есть такие люди, благодаря которым многие имеют возможность получить товар прямо в своем городе, не ждать по почте, а прийти и получить товар. Эти люди открывают бюро, эко-магазинчики в своих городах. И компания благодарит эти новые бюро и в благодарность придумала такую замечательную акцию. То есть, кроме того, что люди, которые открывают этот линейный уже бизнес, то есть наша компания дает возможность открывать свои собственные магазинчики, также, кроме того, что получают денежный доход, да, за то, что обслуживают дистрибьюторов, за то, что продают продукцию, еще кроме этого участвуют в классной акции «Новая звезда Биоси». 3 месяца нужно сделать товарооборот всего лишь 100 тысяч, и вот эти вот люди получают в этом месяце продукцию в подарок на сумму, внимание, 30 тысяч рублей. Но это ли не крутяк? Хотят, продают ее, хотят, дарят, что угодно можно сделать. Так вот, вот это 4 бюро на всю компанию, которые в ноябре месяце выполнили условия программы и получат продукцию на сумму 30 тысяч. И, опять же, внимание, 3 человека из нашей команды. Круто! Итак, из нашей команды Султанова Алтын, бюро Атырау, 852. Поздравляем вас! Алтын, поздравляем вас! Следующий человек, Сапиева Мадина из города Бесагаш. Бюро Бесагаш 829. Правильно? Правильно я все говорю? Да, ребяточки? И Абастова Зарета из города Урус-Мартан. Урус-Мартан 768, это бюро. Это у нас Чеченская Республика. То есть 2 бюро в Казахстане и в Чеченской Республике. Поздравляем, девочки, вас! И желаем вам дальнейшего процветания, вам и вашим бюро. Спасибо огромное, что вы обслуживаете наших дистрибьюторов. Вот так вот. Поэтому, кто хочет, может открывать бюро, эко-лавочки и получать вот такие вот призы. Ну что, как вам новости? Приятно ли себя увидеть, услышать? Приятно ли знать, что такое количество ваших партнеров смогло добиться таких результатов? И захотелось ли вам, ну, тем, кто еще не успел добиться этих результатов, уже расти? Зарядились ли вы? Доверили ли вы в себя, в компанию, в этот бизнес? То, что здесь действительно можно вот так вот жить и расти, и радоваться тому, что вы в такой огромной команде, что вы друг друга поддерживаете. Это, знаете, как вторая семья. Есть первая семья и есть вторая. Это действительно так. Когда ты встаешь, и ты сразу хочешь посмотреть, что же там у тебя в телефончике, что же люди, как люди общаются, какие новые достижения. Когда тебе человек из твоей команды пишет: «Ура, Лена, я автомобиль получаю», или «Ура, Лена, делюсь с тобой, я вышла на новый статус», или «Я премию получила». Но это так классно, правда, когда ты создаешь такой бизнес, в котором огромное количество людей просто счастливы. Они становятся счастливыми, они достигают новых вершин, они реализуют свои мечты, да, то есть кроме денежных призов, ведь каждый человек, особенно если он лидер, родился лидером, да, лидером ведь можно и родиться, можно и стать. И девочки пишут: «Не расстаюсь с телефоном». Что они реализуют себя как личности, да, это круто, это модный бизнес, действительно, как пишет Сандугаш, BSC — это модно.
и стильно, и продукция крутая, и бизнес, где есть действительно деньги. Вот я сегодня сидела и подсчитывала, да, какое количество премий мы получим с Владимиром. И вот самая ближайшая премия – это 9000 евро, потому что мы в декабре закрываем очередной статус премиум «Бриллиантовый директор». Да, мы за нее в январе уже получим 9000 евро. Следующим мы, получается, планируем закрыть… Когда мы планируем закрыть-то? В марте, да? Вице-президента 22 тысячи евро. Я вообще в шоке, потому что в один месяц такого количества денег, ну еще плюс зарплата, да, я никогда, наверное, в руках не держала. И если бы 3 года назад мне сказали, что у меня такой доход может в месяц приходить, я бы, ну честно, я бы не поверила, потому что я видела, как люди открывают линейные бизнесы, да, и вот виды бизнеса. Простите за мой английский. Я, кстати, филолог английского языка. Поэтому в русском могу иногда делать ошибки. Уж прощайте. И я никогда не думала, что действительно буду в руках держать такие деньги, что я смогу их куда-то потратить. Я не думала, что в круизы буду ездить. Я не думала, что у меня будет автомобиль такой классный. Но действительно мечты сбываются. Вот как бы эта фраза не звучала банально, но мечты сбываются. А еще мы сидим с Владимиром, обсуждаем, да, куда мы что потратим. Я говорю, ты помнишь, что еще есть премия профессионал? Вы знаете, кстати, что у нас есть крутая премия профессионал? Когда человек закрывает статус сапфировый директор, да, ну вот девочки буквально за полгода позакрывали, то еще кроме всех вот этих вот премий, там в евро 4 тысячи, 5 и так далее, 22, каждые полгода ты получаешь 1% от структурного товарооборота. Да, вот мы почти 300 тысяч получили за, когда в сентябре получили, а наш товарооборот растет, понимаете? То есть еще через полгода мы получим в 2 раза больше. Вы представляете, какие это суммы? Девчонки вот уже, когда закроют, сапфира, бриллианта тоже начнут получать. То есть раз, и капнуло где-то 500 тысяч нам. В марте. Вот. В апреле 22 тысячи евро. Вот когда ты вступаешь только в этот бизнес, ты начинаешь получать какие-то небольшие деньги, да? Сначала там 100 рублей, потом 300, потом 1000, потом 3000 и так далее. Выше, выше, выше. И кто-то просто падает, вот он не доходит дальше. Он, ну, терпения нет, да, или веры в бизнес. А ведь бизнес равно... равно что? Это не наемный рабочий труд. Когда ты пришел, у тебя ставка, ты ни больше, ни меньше не получаешь. Бизнес – это терпение, когда ты вкладываешь время свое, усердие, где-то деньги, да, но не в нашем бизнесе. В нашем бизнесе ты можешь вложить деньги в основном только в обучение. И вот это ты вкладываешь, 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 и дальше ты выходишь уже на результат. Постепенно, постепенно. Но зато потом такие ты деньги получаешь. Лена Смирнова пишет, я помню свои 78 рублей на бонусном счету. А сейчас, Лена, у тебя уже доходы, да? Тоже уже, вот, кстати, Лена тоже на первую, по-моему, премию купила кухню, насколько я помню. Вот Марьяма у нас тоже хочет кухню купить. И поэтому просто запаситесь вы этим терпением. Я вас вот умоляю, наставляю, даю вам установку. Запишите себе, пропишите себе, что вы будете получать в будущем. Все плюшки, все бонусы от компании. Просто идите к этому. Стремитесь к этому. Это все будет, но немножечко терпения. Вот у Лены 130 тысяч в месяц. Мамочка в декрете. Да? Поэтому... Я была рада очень, что вы пришли на вебинар, на прямой эфир. Я желаю вам огромных успехов. Я желаю вам всем, абсолютно всем, пройти полностью маркетинг-план нашей компании. А это реально сделать за 5-10 лет. Получить этот 1 000 000 евро уже, который я уже жду, не дождусь. Но суммарно там, по-моему, 2,5 миллиона евро. Суммарно. Всех премий. Вот. И
и идти дальше вперед, и горите огнем. Самое главное, чтобы у вас в душе и в сердце горел огонь и любовь к людям и к этому бизнесу. Правильно, Владимир? Правильно. А вот растет еще один супер-пупер лидер, которому по наследству достанется что? Наш бизнес? Мы умирать не намерены рано, поэтому, наверное, мы ее зарегистрируем. 14 лет. Всем желаю успехов, всех любим, целуем и желаем удачи. Привет. Сюда привет. Сюда привет. Ну, как положено. Блондинка. Пока-пока. И вам пока-пока.